парламенте Южной Осетии прошла встреча с делегациями, прибывшими в республику в качестве наблюдателей на выборы парламента 8-го созыва. Абхазия и Южная Осетия поддерживают друг друга во время событий государственного значения, что является проявлением дружеских отношений между нашими... Рады вас приветствовать в парламенте Южной Осетии. От лица каждого парламентария, который в 7-м созыве отработал, хочу вам сказать огромное спасибо за ту плодотворную работу, которую комиссия во главе с вами отработала по всем проблемным вопросам Южной Осетии. Каждый депутат об этом знал, каждый житель Южной Осетии всегда надеялся на те решения, которые будут приниматься нашей совместной комиссией. И дай Бог, чтобы 8-й созыв в преддверии выборов депутатов 8-го созыва, мы сейчас встречаемся, дай Бог, чтобы новый состав был еще плодотворнее, чем старый. Мы пережили очень много испытаний, очень одинаковых, и сегодня пребываем приблизительно в одном статусе. То, что мы сегодня наблюдаем здесь, в Южной Осетии, я лично впервые... И коллеги тоже, значит, Эрик Сагателыч уже бывал в Южной Осетии. Очень приятно наблюдать, как здесь приятно находиться, хочу подчеркнуть. Очевидно, что народ Южной Осетии очень любит свое государство. Сегодня наблюдаем здесь, был еще плодотворнее в Южной Осетии, я лично впервые. Эрик уже бывал в Южной Осетии, и коллеги тоже. Очень приятно наблюдать, здесь приятно находиться. Как хочу подчеркнуть, очевидно, что и очень любит свое государство. Был еще плодотворнее. Сегодня наблюдаем здесь, в Южной Осетии, я лично впервые. Эрик Сагателыч уже бывал в Южной Осетии. Судьба наших республик практически идентична. Мы все пришли к нашей независимости. Очень трудный путь прошли. Но, слава Богу, всегда бывает важен результат. Результат у нас пока мы признаны Российской Федерацией как независимое государство. Вам пока в этой ситуации повезло чуть, могу сказать, больше. Вы уже и признаны, и потом вошли в состав Великой России. Трудно всегда бывает важен результат. Результат мы признаны. У нас пока Российской Федерации как независимое государство. В этой ситуации повезло чуть, могу сказать.